И вот если исходить из этого, то получится, что можно каждое и каждый цикл 22-летний, а их действительно 22, ну, в данном случае 22, по 11-летнему циклу, по числу Вольфа, воспринимать как один из арканов, воплощение одного из арканов одной из книг Авесты. То есть это прошли, не прошли, причем самое интересное. Это не просто так, у меня есть целая тема. Я просто вам даю сегодня как информацию к размышлению. Вы дальше думайте на эту тему. Мы проведем даже целую конференцию, посвященную этому. А дальше мы смотрим, вот вам символизм нашей жизни, понимаете? И тут объединяются и арканы вам, и вот книги Авесты, и все, что хотите, все еврейский алфавит, который заимствован из авестийской системы, они же заимствовали, после плена Вавилонского. И кто вывел из Вавилонского плена? Наш царь Куруш. Я к чему это говорю? К тому, что, смотрите, мы вступили, вот тот самый аркан, первичный аркан, и каждый год внутри этого цикла тоже, в принципе, можно воспринимать как один воплощение одного из арканов. Что значит воплощение? Это значит, что перед нами стоят определенные задачи. Перед кем стоят определенные задачи? Перед всеми, что ли? Нет. Только перед креативными людьми. Только перед людьми с задатками лидера. Только с соляриями. В том плане, что действительно у них есть контент. То есть они способны. Те, которые как раз, вот видите, брать гороскоп 12 марта 1755 года, который подхватывали в масонские ложи. Из этого гороскопа совершенно понятно, почему самых умных, самых креативных, самых вот этих вот свободомыслящих людей подхватывали туда. Вот вам рыбы, солнце, луна и уран. Смотрите, как четко это объясняется. Вот в этом гороскопе видно абсолютно, 100% оно видно. И здесь не видно, что нас загонят в концлагерь, что нас всех отцифруют. Здесь видно, что да. Мы будем в разных мирах, мы будем искусственный интеллект. Это видно. Древо, разные формы интеллекта, познания, общения. Игдрасиль, тот самый изначальный ясень, который 9 миров, если вы знаете. Но другая форма. Да, здесь битва добра и зла. И это можете как изначальный гороскоп. Начал с этого гороскопа и возвращаю вас к этому гороскопу. И плюс еще не арканы. Я все-таки называю, давайте будем называть, как это называлось в Авесте. А в Авесте это называлось наски. Так вот, эти наски, которые, по сути, есть арканы, каждый из которых свидетельствует о своем толковании учения. Один из аспектов. Один, как бороться с девами. Второй, как правильно молиться. Слово учителя Заратуштры – это первая книга, как раз самая первая книга, как раз называется «Ясно». Ясно и ясность – это одно и то же, практически, прояснение. Хотя, на самом деле, там сейчас переводят как жертвоприношение яс там, и так далее, но это неправильно. Все-таки ясно и ясность – это одно. Другая книга, которая связана как раз с этим самым, с практически со всем тем, которые на картинках, вот на этих картинках ваших игры Тарокки, они все изображены, практически все. Цикл начался. Если даже брать самые примитивные толкования, вот то, что было в 1994 года, почитайте у меня книжку, я когда-то даже выпустил вот такая книга под названием «Мантика». Вот там как раз все, связанные с кометой Шумекер-Леви, все вот эти вот самые так называемые арканы, они все выброшены. Так вот интересно, что даже в самом примитивном, интересно, в примитивном, на уровне земных вот таких вот символов, и это было видно совершенно конкретно на событиях у нас здесь на Земле. Понимаете? Каким образом было это видно? Например, если брать эти арканы, а там было, я четко увидел, что это было с конца, начинаются с нулевого аркана, дальше идет по традициям там 19, 20, это по арканам, вот так называемым. Если брать это от 94 года, там, начиная с 22, там дурак и так далее, там все это. И у меня получилось, что где-то 2000-2001 год, до где-то осени 2001 года, и это вот тот самый аркан, который изображает башню. Сожженной верхушкой. И вот вы представляете, именно в 2001 году вот эти вот башни-близнецы. А у нас горела Останкинская башня буквально за 2 недели до этого, в конце августа. Это все было в одно и то же время. Там очень многое совпадение, практически с такие же совпадения. То есть на земном уровне. Почему нам дается на земном уровне вот такой вот уже опошленный вариант? Да потому что мы, извините, наше сознание такое. Вот какое наше сознание, такие символы коллективного бессознательного, которые нам будут продуцироваться. Как только сознание у нас очистится, все вот эти вот дьяволы, все эти вот смерти,
вертушки с косами, вот, уже будет другое. Но пока символический ряд у нас вот такой. Это по законам архетипического, извините, соответствия. По законам архетипического, как это называется, синхронии архетипической. И тогда, кстати говоря, что интересно, как только символика меняется, как только символический ряд земных событий становится другим, значит, мы перешли на другой уровень. Если нам предлагают дьявола, как, извините, узаконивание церкви сатаны, уже конкретно в Соединенных Штатах Америки и так далее, прошло в то время, когда был, там был 17-й аркан, ровно через два года, в 2003 году, был 15-й аркан, то есть дьявол, представляете? И получили разрешение на строительство чего? Статуи сатаны, который был построен в Детройте. А как он был? Вот такая статуя сатаны. Вот такой же статуя сатаны, прям скопированная с аркана. Это было во время 15-го аркана. Представляете? Вот такую символику нам подсовывают. Теперь давайте отслеживать. Будет ли эта символика такая, примитивно-арканическая, или она будет на другом уровне? Это задача наша. Цикл был запущен в конце 2019 года. Вот давайте мы все, а следующей давайте конференцию мы посвятим как раз этому. Вот такой синхронии, символизму событий. В основе мы берем арканы эти, высший уровень – это наски, а также связь с совестой, поэтому изучайте это. И как в символизме событий, что нам дает вот этот вот закон космоса, что нам дает архетипическое соответствие. Итак, конец 2019 года. Но теперь нам осталось только следующее. У нас 22-летний цикл. Но будет ли он 22-летний? Или он будет, допустим, 19-летний? Вот это тоже вопрос. Вот здесь 22 цикла, понятно. А как внутри? А внутри очень странно, потому что некоторые были, допустим, в одном цикле было якобы 22-летним, а там было 24 года. И что тут делать? Что, получается, арканы по два раза они выпадали, что ли, некоторые? Дольше длились. Извините, дольше длились не надо. Я тоже сначала думал, дольше длились. У меня не получилось, знаете почему? Прогнозировать тогда нельзя. Потому что мы же не знаем, сколько оно будет длиться. И тогда у меня получилось вот как. Получается, какой-то расклад будет полный, а какой-то неполный. А какой-то дополнительные арканы, понимаете? Получается так. И тогда у какой-то 9, у какой-то будет 18 лет, а 3 не выпало. Вот и теперь предстоит там большая работа. Во-первых, посмотреть на предыдущих циклах, как это могло реализоваться. Это во-первых. И во-вторых, самое главное, постараться посмотреть, как это будет на будущее. Давайте мы все-таки будем считать, что каждый аркан или каждый наск длится ровно год. Солярный год. Потому что здесь должно быть привязано к солярному циклу. Солярный цикл – это солярный год. Согласны мы с этим или нет? А уже расклад может быть ограниченный чуть меньше или чуть больше. Вот я предложил такое. Мы не знаем, надо делить это тогда уже задним числом. А мы должны быть сильны, чем прогнозированием. Поэтому у нас аркан – это или наск – ровно год. Тогда получается, смотрите, в событиях 19-20 года, когда мы ничего не знали, всегда арканы, поскольку это или наски, выпадают в обратную сторону. И получается, скажите мне, пожалуйста, вы все понимали, для чего мы здесь живем, вообще, что у нас происходит в 2020 году? Нет? Вот он, вот тот самый аркан, нулевой дурак. Или который над пропастью находится. Понятно или нет, да? С начального цикла, конец 19 года, вот всех сделали дураками. Правильно или нет? А дальше мы с вами смотрим, как это дальше развивается в обратную сторону. Так же, как и здесь. И дальше где-то будет неполный. Если этот цикл будет не 22 года, а, скажем, 21, чего у нас будет не хватать? Это тоже интересно. Это коллективное бессознательное, закон Юнга, синхрония и другой уровень. Я предлагаю вот такой уровень игры. Как вам такая, а? И на этом, на этой радостной ноте я хочу подвести итоги всей нашей конференции. И, по сути, ее завершить, я ведь завершаю не просто так, а я завершаю ее посылом и ставкой на креатив, чтобы дальше мы работали, понимаете? А это пробуждение солнца. И именно солнцу мы посвятили свою вот эту конференцию. Я вас очень благодарю за участие. Я надеюсь, что все-таки радости на лицах у вас не убавится. И следующую конференцию мы проведем по вот этим вот самым и арканам. Арканы – это заниженный уровень. И наскам.
Поэтому вам изучать Авесту, по крайней мере, хотя бы в примитивном самом, вот где, чего, какие, сопоставлять это с нынешними знаниями и переносить на этот самый круг. Почему? Потому что основной символ Авесты — это все равно Солнце, это все равно Хваршат, это все равно вот солярный цикл. Вам понятно или нет? На этом я вас очень благодарю. Хочу завершить это одним стихотворением. И вновь взошли на солнце пятна, и омрачились трезвые умы, и пал престол, и были неотвратны голодный мор и ужасы чумы, и вал морской вскипел от колебаний, и норд сверкал, и двигались смерчи, и родились на ними состязаний фанатики, герои, палачи, и жизни лик подернулся гримасой, метался компас, буйствовал народ, а над землей и над людской массой свершало солнце свой привычный ход». Вот такое стихотворение. Знаете, кто написал его? Александр Леонидович Чижевский. И посвятил он это стихотворение, я не полностью его прочитал, посвятил он его Галилею, который впервые открыл Солнце. В этом стихотворении, если вы его проанализируете, там все, что мы сегодня говорили. И буйствовал народ, и компас вот двигался, а над землей и над людской массой свершало Солнце свой привычный ход. Вот это стихотворение Чижевского, он был еще и поэтом, он был еще и художником. Я подытожил, это все, о чем мы говорили. Спасибо за внимание. Всего доброго.